У Могилевском областном кадетском училище имя Героя Советского Союза Евгена Николаенки прошло урочистое построение, просвеченное концу навушального года. А пошний звонок прозвенел у темлику для 40 выпускников. Равнение на державный флаг и суместное выполнение гимна. А после – витальные слова и уручение кадетских званий. Объява подяк за добрые показчики в учебе и дисциплинованность. Это, конечно же, для вот этих ребят, кадет, для наших, это событие. Все-таки, как бы там ни было, целый год они находились здесь, жили именно на территории училища, обучались. Ну и сегодня вот и торжественное очень мероприятие, и много прибыло очень родителей, родственников. Подяки отримали не только сами кадеты, але и их батьки. Один из них, Михаил Лужанков, хвалюется и гонорится. У меня не один сын, это уже два сына закончили кадетское училище, будут поступать дальше в военные институты, то есть высшее образование получать. Ну, естественно, хотелось бы, чтобы у них все получалось и все было хорошо по жизни. Для кадетов навучальный год еще не скончанный. Навученцы 8 и 10 классов поедут на военно-полевые сборы. У когось напереди военно-патриотичный лагерь. У 9 и 11 классов экзамены и поступления. Практически все изъявили желание поступать в высшее учебное заведение системы обеспечения национальной безопасности. Конечно же, их ждет большая дорога. И мне пожелать хотелось бы, чтобы, во-первых, вот ту дорогу, которую каждый из них выбрал для себя, чтобы он однозначно придерживался этой дороги и достиг тех целей, которые он себе поставил.